Всем привет! Это четвертый день недели. Мы сейчас идем с Лизой с Аленой в школу. И смотрите, что с Аленой. У нее нога болит. Она просто порвала свои связки, потому что вчера мы немножечко не так погуляли. Она просто на камень встала, а потом прыгнула с камня, который даже меньше метра. И подвернула ногу. Капец! Вот, поэтому сейчас она хромает. А также мы еще, кстати, пришли, вот мы идем в свободной форме, потому что сегодня, я вам, наверное, уже говорила, на субботник мы где-то, у нас какой-то один урок, мы будем просто убираться. И, кстати, вот начались, я решила, Ален, у нас же есть мистер контент, а он еще время камеру просит, а я не могу это дать камеру. Я взяла вторую камеру, и я ему дам эту камеру, и пусть что хочет, то снимать. Потом посмотрим, всем посмеемся. Потому что он меня немного снимал, и там так было смешно, я просто смеялась, даже в историю это выложила. Нет. Я даже просто в историю это выложила. Ну все, друзья, сейчас мы как-нибудь за минут 20 доберемся до школы. Здесь сидит со мной Алена, и сейчас у нас будет потом литература, мы на русском языке, мы подготовились к ОПР, там писали всякие задания, которые будут на ОПР наподобие. Вообще, я хочу сейчас на улицу. Сегодня контент делаю не вы, а я. Мне камеру дали. Снимать я каждый день делать. Снимаю контент теперь сегодня. Да, это наш учитель, а это наш учитель по-русскому. Братан, погнали, контент снимай. Здравствуйте, я к вам с контентом приехал. Тикай, братан. Сегодня мы возьмем интервью у Лёни. Лёня, ты поражаешься? Фастфуд? Нет. А как ты так вымахал, братан? Да. Ты бабушке ездил? Да. Вот так вот, это секрет, как поправить. Сейчас мы уже идти. У нас сейчас будет субботник. Мы должны убираться на улице. Мы сейчас что-то не идем, поэтому не убираться. Не будем убираться, походу. Ну как бы листьев еще нет, но все равно нам сказали убираться. Смотрите, три девицы под окном. Реально поздно вечерком. Одна самая огромная девица упала. Не выйдет. Жопа не получил с копейки. Уходите, я буду контент делать. Наконец-то мы уже очень рады, что мы написали в ОПР. Я даже, кстати, уже забыла, что у нас сегодня был ОПР. Сейчас мы идем с Аленой домой, наконец-то, да? У Лены, кстати, уже нога намного лучше стала. Она уже... Ну, не то, что... Ну, может, нормально уже, кстати, ходить. Нормально уже, может, я просто привыкла. Все, друзья, я сейчас иду уже в музыкальную школу, встретил Ксению с
пытался ее потрогать там с Сашей. И сейчас они, я их встретила, они идут в магазин, и я иду вместе с ними, мне нужно идти в музыкалку. И да, кстати, так как Сеня сломала руку, и она уже не ходит на фортепиано, поэтому я хожу на два занятия. Сначала на ее, на 45 минут, потом на мое, на 45 минут. Пришла, сейчас я уже опаздываю на минуту уже, поэтому, друзья, ну, как всегда, мне сейчас пройдет урок по фортепиано, я поиграю быстренько, и потом я с вами опять увижусь. Друзья, смотрите. Всегда у нас вот наша учительница вешает здесь вот такие листочки допуск к экзамену. И вот здесь я написана, Бузина Кристина. Вот здесь плюсики у тех, кто сколько раз репетировал в зале, зал там, где мы выступаем, где у нас проходят зачеты и экзамены. И я два раза уже репетировала, там надо три раза репетировать. Вот сегодня, может быть, или на следующем уроке я буду уже третий раз репетировать. И потом вот здесь будет оценка или допуск написан к экзамену. Уже, вы смотрите, некоторые уже сдали на пятерку. Ну, сначала первый класс сдают, потом вторые, потом третий, четвертый, пятый и так до восьмого класса. Вот, и скоро я буду сдавать уже в этом месяце, где-то в конце апреля уже буду сдавать экзамен. Сейчас мне уже надо идти на танцы. У нас сейчас будет хип-хоп. Но можно немного опоздать на танцы, потому что хип-хоппер, он обычно всегда опаздывает. Девочки, что вы делаете? Вот ее починили? Сидим, мы сидим и говорим. Да, починили. Мне починили. А она у тебя ломалась? Да. А что ломалась? Вот эта вот фигня. А она не закрывалась? Да. Закончились танцы, и мы там потанцевали, как всегда. Ну, вы знаете, что мы там делаем. Смотрите, на этот раз у нас очень много подарочков. Смотрите, что нам дали. Сегодня у Лизы был забивал его день рождения. Кстати, поздравляю с днем рождения. Вот. Вот это она конфеточки взяла. Потом памятки. Ну, короче, это там такие штучки, на которые написано, что нужно брать с собой в Казань. Мы же в Казань скоро уже. Потом мы... Вот выступали же недавно, наследие нам такую линеечку подарили, карандашик, и вот такую красивую грамоту классную. И это сегодня все нам. И мы сейчас
идем уже домой. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видосиками и пишите мне в комментарии, нравится ли вам то, что я для вас снимаю каждый день влоги. Не стесняйтесь, пишите мне, потому что я не могу понять, нравится ли вам то, что я для вас снимаю влоги. Я, конечно, вижу то, что вы мне ставите лайки, но некоторые просто люди уже автоматически ставят лайки, поэтому, друзья, напишите мне или в разделе сообщества под этим же видео, или в ВК под этим видео комментарии, я как раз все прочитаю и все пойму. Ну и всем пока-пока, друзья, увидимся с вами завтра.